В Ульяновске завершился проект «Хоровод народных сказок». Участники подготовили 8 фильмов по сюжетам национальных сказок на 4 языках – армянском, узбекском, таджикском и азербайджанском. 8 фильмов сказок записаны представителями непосредственно национальностей. Они читали для нас национальные сказки, по 2 сказки в каждой национальности. И второй частью нашего проекта является детская анимация. Дети от 7 до 17 лет выполняли иллюстрации в различных анимационных техниках. Работу выполняли в песочной, лоскутной и перекладной техниках. В проекте участвовали ребята из школ области, а также телестудии «Карусель». Екатерина с командой рисовали армянскую сказку «Семь звезд». В ее основу легла история любви юноши и девушки. Эту сказку мы рисовали, наверное, около 4 часов. То есть придумывали, как мы ее изобразим. Придумывали, кто у нас будет героями, как они будут одеты. То есть пока разукрасится, все нарисуется, вырежется, нужно же еще композицию составить, все это снять на камеру. Другая участница Лейла читала азербайджанскую сказку «Как голубь учился гнездо вить». Подобный опыт для девушки был впервые. Да, я была в закулисье, сама участвовала в этом процессе, увидела вживую, как записывают на профессиональные камеры. Это был очень интересный опыт. Реализация проекта «Хоровод народных сказок» стала возможна благодаря победе Фонда поддержки кинематографии Ульяновской области в конкурсном отборе на предоставление субсидий из областного бюджета. Посмотреть готовые фильмы можно на видеоплатформе Ульяновского кинофонда, а также в социальной сети ВКонтакте. Кирилл Савосин, Герман Баранов, Управда ТВ.